Привет! В последнее время наша BMW стала очень популярной, и поэтому сегодня нас пригласили на дилерскую конференцию, которая посвящена 20-летию выпуска BMW 5 серии в России. Двадцать лет назад в Калининграде начали выпускать именно E39, поэтому наша тачка как классический экземпляр, но здесь рядышком есть еще современная зажигалка. Это пятерка G30, она тоже выставочный экземпляр, на ней продемонстрированы аксессуары M-Performance. В частности, все карбоновые элементы, корпуса на зеркала, диффузор, спойлер сабля и сплиттер. Колесные диски и тормоза по кругу – это тоже аксессуар M-Performance. Его вы не можете заказать с завода, его надо дозаказывать у дилера. Черные ноздри – аксессуар M-Performance. Вообще, M-Performance – это отдельное подразделение BMW, которое пользуется большой популярностью у владельцев. Поэтому те работы, которые мы сделали по дооснащению нашей BMW, в почете. Пятерка остается верна себе. Глубокая посадка, ощущение кокпита, торпеда, развернутая в сторону водителя. Да, это бизнес-седан, но в этом бизнес-седане так много спорта, которого ты ощущаешь с лихвой, еще даже не начав движение. Интерьер здесь по-прежнему аскетичен, лаконичен и прост. Баварцы не стали разбрасываться кнопками, технологии не стоят на месте, и буквально одной кнопкой мы можем выбрать характер автомобиля. Захотел отжечь – нажал спорт. Захотел комфорта – нажал комфорт. Захотел сэкономить – Эко-Про. Если бы мы восстанавливали и доукомплектовывали эту машину, то добавить в нее опции было бы намного проще. Так сказал электрик Зауберавто Саша. Пришлось бы просто меньше возиться с паяльником и проводами. Мы бы с удовольствием установили iDrive на E39. Обратите внимание на этот джойстик, он очень удобен. Здесь есть горячие клавиши, чтобы вы не отвлекались за рулем. И менюшки логичные и лаконичные, прям как в смартфоне. Панель здесь полностью виртуальная, и отличительной особенностью панели BMW – это вот эти наклеенные дужки. То есть, когда мы заводим машину, то приборы загораются на своем месте. Мы очень рады приветствовать коллег из Беларуси на нашей конференции по послепродажному обслуживанию, которая проходит слово в гостеприимной Беларуси. Она встречает замечательной погодой, очень теплый прием. И в лице компании «АвтоСтронг», да, Ильи, мы очень рады видеть такое трепетное, бережное отношение к и любовь, да, к марке BMW, к автомобилям BMW. Этот проект, о котором ребята нам только что рассказали, заслуживает просто феноменальной оценки. Это потрясающий результат из того, что было и что стало, сколько сил было потрачено. Очень приятно, Алексей, это слышать от человека, который занимается дооснащением BMW. И, кстати, об этом проекте Алексей знал до того, как мы приехали сюда, что вдвойне приятно. В первую очередь приятно побывать здесь. Прекрасная атмосфера, прекрасные люди. В 39-ке мне приятно поностальгировать. У меня была 34-ка, у меня была 39-ка. Приятно, что можно встретить машину еще в живом состоянии. Кто-то еще любит такие машины. Причем очень любит. И в 1999 году, помимо образования компании BMW Group Россия,
Произошло другое знаменательное событие. На заводе в Автоторе началась сборка автомобиля BMW E39. Собственно говоря, она сейчас перед вами. И как только мы объявили всему нашему дилерскому сообществу о том, то, что коллеги из Беларуси предоставили нам на нашу конференцию этот автомобиль, это вызвало неподдельный интерес, и мы могли наблюдать то, что в течение всего дня коллеги подходят, смотрят, любуются, вспоминают, как это было. Все дилеры высоко оценили состояние нашего доброго друга. Ну а мы поехали дальше пилить отличный контент для компании «АвтоСтронг».